Министр культуры Лиана Рокити Йонсен отменила результаты конкурса, на котором Гинта Утаскевишас был в очередной раз избран руководителем театра оперы и балета на новый 5-летний срок. Вот как он прокомментировал эту информацию. Во-первых, я об этом ничего не знаю. Информация доходит фрагментарно, со слухами. Было бы странно узнать, что вдруг почти год спустя случилось что-то такое невообразимое. Я участвовал в конкурсе на общих основаниях, о конкурсе было объявлено в международной прессе. Были кандидаты. Мы готовили свои программы, соответствовали всем требованиям. Я выиграл конкурс с большим перевесом, и со мной был составлен договор, который вступает в силу с 17 июля. Договор на 5 лет. Это факты. Дальше будет видно. Служба конкурсных закупок и служба спецрасследований вменяют в вину директору то, что театр в прошлом году подписал договоры на сумму в 390 тысяч евро об организации концертов с предприятием сына Кевишеса. Выяснилось, что директор театра лично просил финансовой помощи у столичной мэрии для проведения концертов. Оперный театр был вынужден покупать услуги у возглавляемого сыном предприятия, объясняет Кевишес, потому что только эта компания обладала исключительными правами на проведение концертов заявленных артистов в странах Балтии и Центральной Европе. Мы долго боролись за право переизбирать руководителя за один сезон до окончания срока полномочий. И это был первый конкурс, который прошел по всем правилам. Такой же порядок должен был вступить в силу и для других руководителей. Произошла, видимо, ошибка, а министерство не посмело принять такой порядок. Я направляла справку в Комитет Сейма по культуре о том, что выборы руководителей концертных залов, оперных театров и фестивалей проходят и за 2, и за 3, и даже за 4 года. До конца срока. Но чтобы передача дел прошла складно, невозможно встать и уйти, надеясь, что все будет действовать и исправно работать. Подать в отставку Кевишеса призывали как руководители страны, так и министр культуры. Директор театра заявлял, что брошенные ему обвинения необоснованные. Андрей Танин, Аудрис Андреевска, Первый Балтийский канал.